Хей, йога, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру по названию Borderlands 2. Это у нас уже Оазис, DLC-шка, скорее всего, скоро заканчивается, потому что мы собрали уже много частей, нам осталось очень много. Хотя у нас еще маяк Магниса, поэтому, скорее всего, на маяк Магниса нам придется прийти. У него только там, походу, слабое место. Первый раз головорез слишком большой. А, ваншотнул. Ой, все, я просто побегу прямо. Все, 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 отстаньте. Все, 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 все. Нету времени на вас. Мы смотрим со стороны так на локацию. Великом глазиками. Так, я там умру. Так, взрывной урон. Емко щитам. Улучшение, время восстановления, ясно. Лясно, ля-ля-лям, я понял вас. Нахуй так сложно. Мне придется всю локацию бегать. Вокруг. Сколько патронов? Нормально. Так, стрелы. Ой-ой-ой. Стрелочка показывает, что наверх. Так, сюда. Туда. Ой. Сори, я заблудился, ребят. Ребят, простите, я тут мимо пробегал. Когда нужно убегать, я, блядь, могу найти любой выход в ситуации. О, сундук. Тут что-то есть, если я спрыгну. Поэтому видно, что есть, но чуть я сомневаюсь в этом. Так, хорошо, давайте наверх. Так, тут можно пройти. Бля. Придется бежать туда. Помчали? Круто. И что вы мне предлагаете делать? А закрыто. Найдите отшельника. Классно сделано. Классно сделано. Ладно, убиваем всех. Достойная смерть, чел. О! Все, открыли проход. Ну да, все-таки глаз. Глаз слабое место. Классно. Окей. Окей. Мод. Отлично. Да, все-таки, видите, нужно было начать атаковать, чтобы они мне тут открыли ворота.
dead! All of it lies in the eyes! Oh, I've won proven! I've got the eyes! Так, готово. Мне интересно, куда те стрелочки мне показывали. Ну, с этим, я думаю, я тоже потом разберусь со временем. Что здесь у нас? Чего ценного? Как и везде. Так, походу, желательно мне наверх, да, залезть? Желательно, но я не смогу залезть, я понял. А, тут сундук есть. Ништяк. Херня, херня, херня. На самом деле, ожидаемо. Смотрите, как мы тихо с вами, да, зашли. О. Ништяк. Вес эту локацию можно по-тихому вообще пройти. Но она здоровая. Локация. Воу, воу! Ты гамнюха. Стрелочки, походу, мне показывают, где сокровища. Все. Да. Ох. Так, жуткое место. Деревень вполне мог посетить здесь и подняться на лифте, поступив в деревню и приготовься к запаху из самых жутких своих кошмаров. Это если туда, да, пойду? Так, а если я пойду сюда наверх? Скорее всего, там будет просто сундучок лежать для меня. А ну-ка проверим. Так, я ни хера что не вижу. Где-то меня обманывают. Стрелочка, я ж тебе верю. Только я что-то ни хера не вижу. Куда она меня обманывает? Кажись, оно так и есть. Ладно, побежали тогда дальше. Нам нужно походу... Он походу там наверху живет. Это отшельник, о котором она говорит. А ну-ка, стоять. О, тут тоже сундук. Может, на этот сундук намекали мне? Слабые предметы. Слабые предметы, слабые, слабые. Так, микрофон, да? А, подождите, а теперь... И мне туда... А, это якорь. Мне показалось, или я тут сундук видел только что? Не, прикольно было бы, если они еще миражи бы добавили в игру.
Однако ЕФ типа не работает. Да, 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 да. Все работает. А теперь работает. Да, мне походу все. Ну, с этим мы знаем, как справляться. Сейчас поднимемся. Я хочу дальше немного пробежать. А, перевал Куби. Возвращаемся. Поехали, куда там мне нужно. Я с ним лучше поговорю, а потом сюда спрыгну. С самого верха спрыгнул. Если у нас там цель. Но он, походу, там. Он скажет мне, типа, пизды, наверное, туда дальше, и там будет то, что ты ищешь. А на маяке мы, типа, все это дело, короче, соединим. Все детали, все запчасти. Ну, чтобы они меня не скинули. Так, носик чухается. Как обычно. Как обычно чухается носик. Убежище Герберта. Подождите, подождите секунду. Скарлетт, это ты? Герберт. Самая малость не в себе. А в чем мы субтитры написали? Ох, ты не Скарлетт. Но ты пахнешь ею. Она тоже последняя часть компаса, верно? А как же... Ну что ж, давай поговорим. Ты и я. Вижу, у тебя веселая жизнь, да, тут была? Так, вам удалось найти Герберта и... Так, теперь он с радостью укажет вам, где находится последняя часть компаса. Капитана Блейда, наверное. Как там Скарлетт? Она так же красива, как тогда, когда я видел ее в последний раз. О, как блестели ее волосы на солнце. Если я помогу тебе починить компас, Скарлетт будет так счастлива. О, да. Но нет, это недостаточно. Она должна знать, что... Что она для... А для меня значит... Пленки. Да, возьми пленки, возьми пленки. Я отмечу их на твоем эхо. Пленки. О. Тут тоже у тебя есть фотки, Скарлетт. Я понял. Фотография, Скарлетт. А, так они у тебя везде раскинуты. Бля, чел, ты серьезно? Скарлетт. Он, походу, немного помешан на тебе. Трусики, Скарлетт. Ты их носишь на голове? Скарлетт. Так, и где-то куклы раскинуты, да? Так, где там... Ну, пробежимся. Я только не знаю, по нижней части там находится это, то, что нужно. Или по верхней. Но, походу, в корабле тоже что-то нужно будет сделать. А чё? Или да... Или да, или нет. А, так у нас здесь прохода нет. Плохо. Плохо, плохо, плохо. Тогда запускаем рубильник. Чтобы потом просто его не пускать. И бежим. И просто... Да, мне в корабль все равно придется, кажется, вы...
Ебать, там еще. Ё-моё, это долгая локация, ребят. Вот это довольно долгая будет локация. Но здесь в основном бегать нужно мне. Поэтому ладно. За несколько минут, я думаю, справимся. Минут. Хотя хер его знает. Не бесит, когда я этап открываю, у меня сбрасывается shift. Там здесь нихера. Главное, чтобы меня ударной волной не задело и не выпросило никуда не следует. Так, на том корабле что-то есть? Не уверен, да? Тут тоже закрыто. Странные ткачи. Что я вижу, там слишком много бочек. А ничего, что корабль заминированный? Ну, вот я... вот примерно этого я и боялась. Ну что же, соберемся любопытное послание как можно скорее. Что? Так, ладно, это я точно смог подобрать. Остальные не уверен. Так, а можно сюда вылезти? Спасибо, минус жизнь. Минус жизнь. Найс. Карл, я написал тебе эту хайку. У тебя классный зад. Грудь тоже красиво. И лицо ничего. Нет. 6 слогов. Просрать. Ох, все пропало. Черт побери. Ладно, послышалось. Просто я как бы один уже в хате. Вдруг сейчас ворвутся нахуй ко мне. Хейтеры ебучие, блять. Но это не по Ютубу, понятное дело, хейтеры. А это хейтеры, блядь, у меня есть по другой деятельности игровой. Там они очень активные. Куда мне идти, блядь? Вот твою ж мать. Мужик с гарпуном, иди в сраку. Да ладно! Они меня потеряли. Дай пройди. Пройди, дай. Пройди, дай. Я сказал, я не собираюсь тратить время на это дерьмо. Все-таки здесь есть культ хранилища. Ладно, обратно. Так, здесь у нас нету. Хорошо. Бежим дальше. Он заснял, как Скарлетт дышит или спит. Она храпит. Это конец пленки. Скарлетт, когда спит. Запись номер 48. А? Кто здесь?
О, черт. Сука. Так, а у меня вопрос, а где задание? Я что, не врубился? Так, я что-то в этот момент не понял. Этого я немного сейчас не понял. Здрасте. Просто здравствуйте. Понятное дело, что мне туда нужно. А я спрошу, как мне задание взять. Хотя ладно. Раз. Пробежим, все равно к старику возвращаться, поэтому. Там ничего нету. Да что-то есть, алло. Что-то да есть. А ну-ка сбегаем. Да, есть. Сундук. Патроны для снайпа. Дробовик. Бля, мне бы этот. Мне нужен на снайперку. Повышение стрельбы у нас, да, кажется, стоит. Еще с начала вообще игры. 18 уровня. Патрон для снайперской винтовки. У нас стоит. Здесь у нас перезарядка и емкость магазина стоит. Все на плюс патроны, короче говоря. А, блять, мы еще в корабль пойдем. Сука. Как крабики эти. Я сегодня Скарлетт поймала член экипажа на кране. Это такая была. Благодарная телка, видели, как я однако делал ему пистолет для. Пистолет самозащиты. Когда я она пронзила его своей что-то там чем-то. На корабль. На корабле ни хера. Так, последняя часть здесь. Так, хорошо, это следующий номер. Номер 16, так я назвал его Скарлетт, я хотел бы пощущать тебе кое-где. А, пощупать. О, Скарлетт. Боже мой, тебе понравилась одна его песен. Просто музыкальный сертификат. Ух. Тихо. Валим с корабля. Не, поэтому у меня все равно вопрос возникает, типа. Где вот эта часть? Ой-ой-ой-ой. А, похуй. Погнали, вернемся. Погнали, вернемся. Я хочу поискать все-таки, где находится это задание. Потому что оно показано, что оно там. Но я в этом не вижу. Вначале я подумал, что на крыше где-то. Потом понял, что туда не попасть. Может, вот так? Как вариант. О! Здрасте. Как видно, задание где... Здрасте. Задание здесь, на. А.
Записка в бутылке. Так, джин в бутылке. Нет, стоп. Еще одна записка. Вот, ржавь. Хорошо. Все-таки да, здесь была одна, только пиздец ее спрятали. Ой, бля, сейчас крюки полетят. Пикаем нахуй. Пистолет. Бежим, 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 бежим. Пиздец, у меня сейчас сердечко тухкает. Ебаный в рот. Бежим, бежим, бежим. Не останавливаемся. Бежим, бежим как можно. Куда я побежал? Он сзади! Этот ублюдок сзади. Все. Уже не сзади. Так, найдите сокровища на помойке. Скорее всего, там, где контейнер. Я видел там, что в контейнер, где был. Вот этот первый, который сразу же здесь. А там либо спуск был вниз, либо что-то наподобие такого. Поэтому погнали туда. Вот оно, вот это вот место. А, мне показалось. Ну, ладно. Мы знаем, в принципе, как это все делается. Сейчас будем просто бегать вокруг и смотреть. Далеко они все равно не могли куда-то это все запрятать. Понятно, деталь. Здесь где-то на крыше. Нет. Граната пошла! Сейчас все равно до граната все сдохните. Ну ладно, не сдохните. Так, это урон по мне, кажется, да? А по ком, блядь, еще, да? Так, я что-то нихера не вижу. Чет, я нихера не вижу. Здрасте. Точно не здесь? Давайте со всеми этими разберусь. Чтобы они мне не мешали смотреть. Крестики. Крестики, крестики. Там было рассказано, где оно? В бутылке был такой ржавый закрытый склад. В котором сказано, что в Раве закрыт клад. Клад закрыт, засрыт, закрыт. Где? Понятно, что не там. В этой области. Так, хорошо. Может, где-то в дырке спрятали. Помнить предыдущую, то, скорее всего, да. Блять, это хер его знает. Я не вижу ни хера. Никакие знаки. Помойки зарыть не могли. Странно, странно, странно. Ладно, давайте, короче, я тогда этот. Зарублю одну вещь. А ну-ка, напоследок здесь посмотрю. На машине нигде. Так, на машине тоже нигде. На ангаре, на домике. Нет.
Ну, тогда я не знаю. Ждите. Можно в интернете чекнуть. Либо можем закончить, потом все сделать как надо. По-человечески. Блять, я все равно думаю, что где-то наверху. Либо где-то... А, вот! Вот оно где. Вон оно где спря... В смысле нету места? Так, сокровища, ух ты! Они все погибли. Они напали на рассвете. Я поклялся, что позволю убить себя, но не сдержал слова. И оказался сопротивление. А вся палуба липнула от крови. Сегодня они наконец-то встретили страшного капитана Блейда. Ой, блядь, как ты выглядишь. Так, косарь. Косарь, два косаря. Так, есть у меня дешевка что-то? Что-то по дешевке. 400 выбросить. 600 выбросить. 600, подожди, 641. За 500. Тарь. Так, отлично. А, ладно, давайте, короче, я тогда к этому сбегаю. Блин, думал залпом, знаете, ну я ж залпом уже снимаю, как обычно, да, вы это знаете. Думал, сейчас залпом, короче, сниму. И этот. Как раз сниму. Как он называется? Всю долцешку, потому что я вижу, что идет очень окей все. Все именно красиво идет. Оказывается, нет, мне походу не хватит на последнюю серию. Ну еще на одну, типа. Ты хер его знает, у нас еще целая локация впереди. Тоже такой спорный моментик. Тоже спорный моментик. Так. А, ты мне ж пойматься не нужно, я ж по лесенке. Чик-чик-чик-чик-чик. Все хорошо. Значит, сейчас сдадим и закончим серию. Надеюсь, он там не повесился. Нет, не повесил. Так. Пленки у тебя, когда я спросил их Скарлетт вместо с последней частью компаса, у меня просто... Так, как вернуть меня последняя часть компаса в этом ящике? Чё? В каком я... А, наверное, заржавел. Совсем поржавел. Просто выстрели в замок. Ох, твой выстрел уничтожил последнюю часть этого легендарного компаса. Ой. Ой. Похоже, что выстрел в замке разбил последнюю часть компаса на кусочки. Ну что ж, это плохо. Нет, постой. А, я могу кое-что... Но мне нужно кое-какие запчасти. Загляни на очистительный завод. Берши, давай, давай, давай. Куда? Очистительный завод еще есть у нас. Зачем так много? Ладно, давайте на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.